Друзья, всем привет! Собрался сегодня сделать объезд по охотоугодиям, поставить фотоловушки, какие-то проверить, где-то поменять батарейки. Но столкнулся с такой проблемой, что на данном квадроцикле не было кофра, куда бы я все смог убрать. Убрать оборудование, убрать съемочное оборудование, ну, взять пилу, топор, все что угодно, но здесь кофра нету. Но, как всегда, на выручку нам приходит продукция от Duck Money. Назад я приделал сумочку из TPU материала от Duck Money. Она сидит совершенно плотно. Чем хорошо? Здесь будет лететь брызги от луж, грязь. Мне ничего не страшно. Я промыл потом, и все будет в порядке. Она достаточно вместительная. Закрепил ее. Сюда, если надо, убрал документы. Далее раскрыли. И что у нас там только нет. И фотоловушки. Водичка попить. Пончо на всякий случай. Ну и тут полно всего. Места. Всякая съемочная аппаратура. Топорики, пилы. Короче, еще куча-куча всего можно сюда убрать. Соответственно, если мне будет необходимо куда-то пройтись в лес с этой сумкой, я совершенно спокойно ее отстегнул от квадроцикла и отправился в лес. Так. Сейчас, жарковато. Опа. Так, перейдем дальше, вперед. А спереди на руль я присоединил нашу поясную сумку для ходовой охоты. Она тоже сюда шикарно встала, и у меня, грубо говоря, бардачок получился. Здесь тоже множество карманов, здесь у меня тоже куча всякой аппаратуры. Документы, да, в большом глубоком кармане, да, баллончик с аэрозолем, водичка, ну и здесь еще кучу всего можно убрать, положить, там пауэрбэнки, все дела. То есть вот так вот, вот такой вот выход из ситуации. Причем я сначала смотрю, думаю, так, брать рюкзак, ну жарко будет, да. По погоде вся спина будет мокрая. Что бы придумать? Залез в машину, смотрю, так, давайте-ка попробуем. Хоп-хоп. Причем сумка тоже, видите, держится совершенно нормально. Сколько я уже проехал, сколько мне еще предстоит проехать. То есть нас вещи от Duck Money выручают в любой ситуации, да? Не только на ходовых охотах, но и даже вот в такой ситуации с поездкой на технике, на квадроцикле. Тоже все можно придумать, разместить, и нам совершенно комфортно.